Твою мать! Водитель умер! Это вынужденная жертва! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Contraband Police. Очередной день, который мы посвятим ловле контрабандистов. Никто не проедет мимо меня в мою любимую страну Акристан. Правда, пока я загружал игру, было написано, что этот пост единственный в радиусе сотен километров. Так что контрабандисту достаточно просто вот здесь пройти. Или вот с этой стороны пройти, вот за горой. И все. И тогда они все пройдут мимо меня. И что тогда? Да ничего, моя задача просто вот этот погранпост охранять. Остальные там дальше сами уже как-нибудь разберутся. Ну, погрязнет моя страна в коррупции. Ну и что я могу поделать? Я всего лишь маленький пограничник. Кстати, погодите, прежде чем мы запустим человека, нужно понять, кто у нас. Возраст 46. И вот здесь, из королевства РК, мы не можем пропускать товары. Так же, как и на территории Акристана, наличие описи грузов, любые несоответствия, короче, должны документироваться. Понятно. Чуть как-то мрачновато сегодня день. Мне не нравится это. А, кстати, да, в прошлой серии-то мы отвергли того чувака, который был, ну, по сути, на стороне контрабандистов и на стороне каких-то революционеров. И я решил, что будет смешнее гораздо, чем принять его предложение, просто его отпинать. Мне показалось это забавно, потому что у чувака была очень смешная тактика переговоров с нами. По сути, он не продумал ничего на случай, если все пойдет не по его плану. И... Это что, ваша хандлю? Опа, не хочешь поторговать? Во-первых, ты меня перебил, что очень невежливо, но давай поторгуем. Пожалуйста, скажи, что ты купишь. Ладно, давайте пачку сигарет ему загоним. Как загнать-то тебе, черт подери? Нет, он будет покупать только вот это. Ладно, значит, мы не поторгуем с тобой. Тогда давай документы. Опа, он без описи, у него ничего нету типа с собой. Хорошо, это Едил Умаров, все соответствует. Номер паспорта соответствует. И здесь у нас тоже соответствие полное. Ну, кажется, вроде бы. Все прекрасно, все с документами, все хорошо, может спокойно проезжать, но я дотошный человек, я люблю свою работу, я делаю ее с удовольствием. Сейчас все как следует посмотрим. Багажник открыл. Давайте сюда зайдем, посмотрим, все ли нормально здесь. Неужели у чувака нету никакой контрабанды? Блин, досмотр завершен. Въезд разрешен. Боже мой, какой скучный день. Я думал, он начнется с экшена. Ладно, кто там следующий? Это еще что за... Братан, пропусти, мне срочно надо! Куда это ты так торопишься? На грандиозное сражение на крутых тачках в мире после апокалипсиса в бесплатном многопользовательском экшене Кросса! В этой чумовой игре ты можешь самостоятельно создавать свои боевые машины из тысячи разных деталей. Причем комбинации ограничиваются лишь твоей фантазией. А свежее обновление в Кроссаут полностью изменило геймплей. И теперь можно собирать офигительные бронелеты с использованием вертолетных винтов. Причем тебе доступны разные типы винтов, а также новые детали для сборки и украшения, что позволят собрать бронелет под свой стиль игры. И в сочетании с десятком новых зениток, ловушек и бомбомет, твои противники побегут с поля боя в страхе, роняя гайки. И если ты уже покрыл все знакомые локации кратерами от взрывов и засыпал их разбитыми запчастями своих врагов, то специально для тебя в игру добавили новые локации с интерактивными объектами, которые придадут твоим сражениям безумную динамику как на наземной, так и на воздушной технике. Также в игре появилось глобальное противостояние фракций, где абсолютно все игроки участвуют в масштабном сражении. Так чего же ты медлишь? Качай Кроссаут бесплатно прямо сейчас по моей ссылке в описании и забирай эксклюзивные бронелеты и бронетачку, крутую голограмму, краску, наклейки и другие бонусы. Признайся честно, ведь тебя здесь нет, да? Да, все верно. А, я так и думал. А знаешь, как я понял? Ты схавал всю конфискованную контрабанду? Я схавал всю конфискованную контрабанду. Пожалуйста, контрабандист, контрабандист, контрабандист. Я тебя умоляю, умоляю тебя. Да, у него, по-моему, холодильник в багажнике. Так. Отдайте Варишу командиру. Здоров, здоров, здоров. Предъяви документы. Итак, у него один холодильник. В принципе, это все. Здесь в остальном соответствие полное. Ладно, давайте смотреть по холодильничку. Разгрузить. Просветим холодильник. Кажется, все нормально с ним. Внутри ничего нету. Но чувак-то из королевства РК. А у нас нельзя пропускать товары из королевства РК. Даже не знаю, как тебе это сказать, дружище. Но ты не проедешь, потому что ты не из той страны. Не там ты родился, чувак. Ой, погодите. Я же в опись-то не внес холодильник. Да, все. Отчеты досмотрим, все хорошо. А, погодите, нет, правила въезда плохо. Запрещен выезд. Въезд. Вот что. Тайнара. Что ты там сказал? Что он там сказал на своем языке из королевства РК? Я не знаю этот язык. Но когда человек пытается при тебе сказать на другом языке, скорее всего, он тебя... Что? Обоснован отказ. Отлично! О, очередной идеальный досмотр. Работай в том же духе, скоро получите повышение. Ура! Хочу, чтобы меня повысили. Проезжай, чувак! У тебя что, разбито лобовое стекло? Это не нарушает правила вообще хоть какие-либо? Мне кажется, нельзя ехать с такой машины. Пожалуйста, купи у меня что-нибудь. Опа! Он сигареты покупает. Загнать ему. Все, он только две купит, к сожалению. Но это все-таки какой-никакой, а навар. Теперь
передавай свои документы. Я слышал, что королева лично заказала эту партию оружия. Она больше всех ненавидит Акарова. Оружие? Багаж и мыло. Ничего про оружие тут втираешь, а? У тебя что-то есть? У тебя нож? У тебя пистолет? Не нравится мне это все. Смотрите, змейка. Делай вид, что не заметили. Какой он, смотрите, контрабандист. Все соответствует. Просто умница, подготовился. И здесь даже соответствует. Ладно, у него багаж 5 штук и 2 мыла. Конечно, 2 мыла. Конечно, багаж 5 штук и больше ничего. Нет необходимости это досматривать. Завалил бы ты, дружище. Так, здесь все нормально. Понятно, он только в багаж запихнул контрабанду. Стой спокойно, не поворачивайся, я должен досмотреть тебя. Че, думаешь, я не войду, что ли, в тебя? А, это прости, это из тюрьмы осталась привычка. Ну, кажется, здесь нормально все в самой машине. Пойду досматривать. Так, естественно, тут все будет в порядке. 2 мыла. А, нет, погодите, у него всего 4 багажа. Серьезно? Только 4 багажа. В описи написано 5. Опись грузов не соответствует. Погоди, этот чувак из-за Кристана. Ты же земляк мой! Как ты мог? Товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьметесь за это? Нет, погоди. Я должен чуток наказать этого человека, потому что он наш. И он так поступает с моей родной страной. Вот тебе. Вот тебе. По пальцу лопата. Я получил некое удовлетворение. Теперь нам нужно разобраться вот с этим ящиком мыла. Открывайся! Миссия отклонена. Хрен с ней, с миссией. Это главная миссия сейчас, более важная. Это мыло. А здесь контрабанда. И вот здесь тоже. Везет фальшивые банкноты из банка приколов. Оба. С тебя сломанный нож. Он там, мне кажется, деньги протягивал. Поздно. Я уже получил деньги. Так, ну в этой сумке, в принципе, не должно быть ничего. Так что не будем, пожалуй, ее резать. Стой, Максимов! А ну, загружай обратно все. Давай-ка дверь закроем тебе. Бося, я за тобой поухаживаю чуть-чуть. И, пожалуй, сопроводим тебя в тюрьму. Плюс 45 экспы. Неплохо, осталось еще 2 машины. Следующий, проезжай. У нее тут куча багажа. Я сразу должен посмотреть все. Здесь ничего нету. Ничего. Так, ладно. Токи давай. Ага. Не соответствует паспорта, ну все. И несоответствие даты. По фото. Здесь борода. Здесь бороды у тебя нет. Мне кажется, еще и надо фото тоже взять и отметить. Королевство РК. Но ты же не сможешь проехать. С собой он везет моющее средство, багаж 8 штук. Давайте разгружать все это барахло. На самом деле, я уже не знаю, для чего мне это смотреть. Потому что он и так не проедет. Но мне нравится процесс досматривания. Хочу найти змейку. Где ты, змейка? Оп. Ничего нет. Оп. Все окей. Не окей, пока я не скажу точно. Все окей в королевстве РК, да? На, забей, я шучу. Мне нравится, что игра позволяет мне немножечко пырнуть людей. Это всегда приятно. Значит, опись грузов соответствует. Только правила въезда не соответствуют. А также фото, номер... Короче, пипец. Езжай-ка ты домой, чувак. Конечно, я слишком мягок для такой работы, потому что я всегда чувствую себя виноватым после того, как отказываю. Они еще так на меня смотрят. Ну, очередной идеальный досмотр. Работай в том же духе. Все повышениями меня кормят. Может быть, ты дашь уже мне повышение? Вот это чувак полностью загружен. Выходи. В машине, кажется, все нормально. Давай свои документы. Проклятое королевство РК снова сует нос в свое дело. Не в свое дело. Они не только публично очерняют нашу власть, но и поддерживают бандитов. Слушай, эти праздные беседы не для меня. Заткнись. Он покупает сигаретки. Минус 20, почему? То есть, если я ему сейчас продам, у меня будет минус 20 долларов. О, зато он купит 3 бутылочки водки. Короче, давайте продадим, потому что я все таскаю с собой и бесит меня это. Наверное, сделка была удачной. О, тоже из-за Кристана, чувак. Фото идеально соответствует. Кстати, я обычно никогда не обращаю внимания на фото. Возможно, теряя в деньгах. Эх, посмотрим, что за богатство ты с собой везешь. Давай разгружать все это дело. Змеек тут, конечно же, нету. Я уверен, что этот чувак чист. Мне сразу была чуйка на это. Но я все равно сломаю его ящики. А, нужен топор. Блин. А у меня что, нет топора, что ли? Я могу заказать топор? Приехало снабжение. 200 долларов. Чисто за доставку. Что-то я не могу пройти. Как мне пройти? Раньше всегда получалось же. Погодите, итоги дня. Уже день закончился. И мне не дают пройти. Раньше можно было. Да грёбаный шлагбаум. Ладно, я не буду докапываться до чувака, он свой. Итак, по описи все соответствует. Вот ни к чему не придраться. Ладно, досмотр завершен, въезд разрешен. Доброй ночи тебе, дружище. А тем временем я должен как-то попытаться здесь пройти. Ладно, мой участок сейчас проедет, шлагбаум поднимется. О! Есть. Окей, что мне нужно? У нас монтировка заканчивается, нож скоро подохнет, нужен топор еще. Давайте купим топовый топор, топовый нож, монтировку. Давайте сразу купим, потому что мы уже вызвали, блин, чувака сюда, заплатили за это 200 баксов. Пусть все будет по 2 экземпляра. Ну вот, как-то так, я думаю, нормально. Спасибо, пока. Слушайте, я не понимаю, как мне проходить здесь. А.
Все это время здесь была калитка. Ладно, кажись, у нас день закончился. Ну, мы, конечно, не в минусе, но было гораздо больше денег, чем есть сейчас. Пойдемте спать. Ах, новый день. Опа, звонок. Долой тунеядцев. Вчера генеральный секретарь подписал закон о всеобщей трудовой повинности. Однако есть профессии, которые в нашей стране уже не нужны. Вы найдете их список на информационном щите. Список профессий? Список ненужных профессий. Окей, у каждого должна быть действующая трудовая книжка. Кроме того, запрещается допуск лиц со следующими профессиями. Художник, учитель и журналист. Не очень у нас страна, конечно. А контрабандисты у нас следующие. 38 лет и повреждение автомобиля, разбиты фары. Новые параметры. Дальше у нас должна быть опись грузов. Должен быть техосмотр. И главное, помни, что плохое техническое состояние автомобиля не является основанием для отказа. Да зачем проверять в целом? Непонятно. И еще у нас есть часть регистрационного номера 45 РК. И какое-то новое у нас... А, это газета, не письмо. Работа для каждого. Да, все понятно. Это как раз-таки тема сегодняшнего дня. Все должны работать. И я должен работать. Товарищ, возвращайся к работе, да? Извините, я не нарушаю закон. Не нарушаю. Все, я работаю. И я не художник. Привет. Ну-ка, давай свои документы. Хочу посмотреть на эту трудовую книжку. Трудовая книжка. Журналист. И несоответствие. У него все не подходит практически. Так, по фото это ты? Да, фото это ты. Студентишка, да? Ты не совсем в ту страну приехал для поиска лучшей жизни, чувак. Но у нас есть хороший трудовой лагерь, если что. Смотрите. Опись груза, значит, спущены шины, разбиты. О, сколько всего добавилось. А где профессию-то можно указать? Что она не подходит. Я уже устал, день только начался, я уже в хламину просто устал. Ладно, давай посмотрим на твою машину. Что у нас там, в принципе, должно быть? Шины, окна, фары, нет зеркал, нет бамперов, дефекты кузова. Я бы сказал, что весь кузов в дефектах. Бампер на месте, зеркала присутствуют. Я только не помню, вот это зеркало должно быть? Одного зеркала нет. Напишем так. Вот, например, у этого тоже нет зеркала заднего вида. Окей, я в замешательстве. А, тут ни на какой машине нет зеркала заднего вида. Тогда надо убрать, я думаю. Ну, давайте напишем, что дефекты кузова есть. Я просто не знаю, вот это ужасное состояние. Ржавая, пошарпанная краска. Наверное, это спойлер. Да, чувак, спойлер. Будешь ездить быстрее всех. Позорище. Ну, в общем, правило въезда, да, он нарушает 100 пудов. Дефекта кузова вообще ужасный кузов. Хотя, возможно, тут будет иметь в виду не текстуру кузова, а именно прям вмятины. Я этого не видел. Окей, значит, ты не пройдешь. Давайте посмотрим на результат, насколько мы хорошо сделали досмотр ему. Ну? Результаты. Обоснованный отказ. Водитель не соответствовал требованиям для въезда в страну. 100 дали. Ну-ка, давайте посмотрим результат. Оценка отлично, значит, мы все хорошо сделали, видимо. Ну, отлично так отлично. Ну, проезжай следующий, чувак. Давай. Вот здесь паркуйся. О, какая шляпка. Девчонки, наверное, в восторге, да? Так и вешаются на тебя. Трудовой книжки вообще нет. А что здесь написано? Каждый приезжий должен иметь действующую трудовую книжку. Но погодите, он не собирается работать. Он просто заезжает в нашу страну, поэтому у него не должна быть трудовая книжка. Да, видите, он просто турист. Опа, фары разбиты. Две фары разбиты. И шина спущена. Все машины здесь немножко покоцаны. Я бы не стал говорить, что это дефекты кузова. Поэтому остальное не будем отмечать. Мы просто должны это отметить, но пропускать мы его должны. Правильно? Мы не можем его не пропустить из-за того, что у него вот такая вот ситуация с машиной. Все, досмотр завершен, проезжай. Хорошего тебе отдыха. Советую сгонять в трудовой лагерь. Это наша лучшая достопримечательность. По субботам устраиваются бои между заключенными. Товарищ, я вижу, что вы можете улучшить пост. Давайте проверим. Мы могли бы улучшить тюрьму, но я не понимаю, для чего мне это нужно. Склад тоже не нужно. Не так уж много контрабанды в последнее время. Мы, кстати, можем кого-то из ребят нанять. Они вообще что будут делать? Вот у Московича есть пистолет. У Ковальского есть пистолет. И у Смирнова есть пистолет. Он снайпер. А, это если будут налет совершать на наш пост, они смогут помогать мне отбиваться. Неплохо, неплохо. Это интересно, конечно, все. Но я хочу в первую очередь, наверное, купить себе транспорт. Вот эту тачку. 1200 всего лишь нужно. Пойдемте скорее заработаем деньги. Проезжай. Ага, смотрим сразу. Че у нас тут? Куча барахла. Документики, пожалуйста, ваши. Хорошо, что партия хочет помочь молодежи найти работу. Сегодня мой сын получил распределение на стройку. Я не знаю твоего сына, мне плевать. Имя соответствует. Соответствует и дата соответствует. Быстренько осмотрим всю машину. Фары в порядке. Одна шина спущена. Одна фара разбита. Погодите, 45 РК. 45 РК, чертов ублюдок. Так, ну-ка, выйди из машины. Мы должны торговать с ним. Ну-ка, что у тебя есть? Он бы купил водку за 70. Нормально. Торговать с ним мы не будем. Быстро сгружаем все барахло отсюда. Ты попал. Ты так попал, ты не представляешь. Хочешь, нарисую карикатуру на тебя? Погоди. Вот. Когда я смотрю на тебя, я представляю именно такую картину. Даже не знаю, почему. Опись. Кажется, все описали. Удобрение 5 штук. Мыло 2 штуки. Унитаз 1. Стиральная машина. Да, все правильно, судя по описи. Но где-то здесь должна быть контрабанда. Где-то тут. Слушайте, как хорошо запрятал. В сортире? Нет. Слушай, но остается только вот здесь, в мешках и в мыле. Открывай, бэтч! Открывай! Нет, здесь мыло.
Здесь мыло? Что за фигня? Да как так? А, вот оно где! Ну ты хитер, конечно. Очень изощренно спрятал. Ломать! Да блин. В итоге сломалась моя монтировка. Ну-ка, что у нас там где? Найдена контрабанда, спирт. А вот это? Канистра со спиртом, это все? Оп, деньги дает. Ну-ка, а сколько? Возьмем. 1400, въезд разрешен, проходить, пожалуйста, сэр, хорошего вам дня. Я на машину себе заработал, на машину. Покупаем завет, завет XT1, первого поколения, лучший завет. Посмотрите, новый полицейский автомобиль. Да, я совершил преступление, я понимаю. Что? Вас поймали на получении... Как нас поймали на получении взятки? Товарищ, это плохо кончится. Кто меня поймал? Ты меня поймал? Так, нам нужно поговорить с тобой. Он меня не очень уважает теперь. Даже не могу с ним поговорить. Неважно. Как они меня поймали? В плане, а что нужно сделать, чтобы не поймали? Я не понимаю. Возможно, потому что я бежал и орал на всю округу, что я заработал денег только что на взятке. И негодяя пропустил просто так, обида. Но хотя бы меня не уволили, ладно. Сейчас нужно выкарабкиваться из этого. Мы за порогом нищеты, понимаете, сейчас находимся. Здоров! Ну давайте посмотрим, он журналист. Не проедешь ты, чувак. Национальность у него Аль-Барак. По-моему, что-то новенькое, я не слышал про это. Из Аль-Барака мы пропускаем людей? Да, груз пропускаем тоже. Мне кажется, состояние этого автомобиля настолько плачевное, что я не могу не отметить просто это. Дефекты кузова. Фара на месте. Шины не спущены. Бампер присутствует. Ладно, кажется, он вполне себе сносный автомобиль. Разгружаем весь товар. Быстренько все помечаем. Сверяемся с описью. Итак, моющие средства 2, 3. Да, все правильно, все правильно, все правильно. Давайте ломать. Все на месте. И тут все на месте. Ладно, все хорошо. Максимов, ты где? Убери, пожалуйста. Слушайте, я прям в их взгляде теперь вижу, что они меня не уважают. Хорошо, товарищ. Конечно, товарищ. Нет, он делает вид, что со мной хорошо общается. Потому что я все-таки старше его по званию. Простите, а сколько времени это займет? И про отказ тебе? Да нисколько. Запрещено. Иди домой. Прости, мне приходится быть честным. Потому что нужны деньги. Очень нужны. Я хочу хотя бы в ноль уйти в этот день. Обосновательный отказ. В следующий раз надо понять, как мы можем брать взятки так, чтобы. Погодите, а, уже отчет. Сегодняшний баланс минус 1435. Накопление 1064. Погодите, у вас есть один день, чтобы исправить... Что исправить? Ваш пост оказался в долгах. Иначе мы будем уволены. Минус 371 доллар. Быстрее. Ты откуда? Он там животных тащит. Ладно, давай документы. О, механик. Это хорошо, это нам подходит. Срок действия подходит. Сурен Вача. Что? А, мне придется самому думать, о нет. 5852, да, номер паспорта, все работает, все хорошо, сопоставимо. Одна свинья у нее должна быть в багажнике. Республика Кагастан. Ща, быренько, у нас фара разбита одна, к сожалению. Спущена одна шина. А, нет, две фары у него разбиты. А, нет, две шины у него спущены. Свинья. Слушайте, правда свинья? Отсюда я подумал, что это какой-то барашек стоит. Думал, это рок. Ну, свинья как свинья, все это правильно. И контрабанды нет. Пожалуйста, проезжайте. Отлично. О, он сказал отлично, по-русски. Ну, бывает. Мужик, конец работы, можете отдохнуть. О, они уже готовятся меня уволить, я чувствую. Слушайте, я не успеваю отдохнуть нормально, потому что я все делаю медленно. Вставайте, впереди еще один насыщенный день на границе. Есть какие-то новости у нас? Так, возраст 38 лет, разбиты фары. Оу, что-то я не посмотрел. Были же люди с разбитыми фарами. Ну я, в принципе, на метке, на предмет меток, на предметки метки, предметки... Все просмотрел. И никто мимо меня не проехал. Ой, стекло, стекло. Погодите, давай-ка документы. Разбиты окна. А, погодите, два окна у него разбиты. Также у него разбита одна фара. Спущено две шины. Так, бочка пива, две штуки у него с собой. Раз, два. Слушайте, и правда это бочки пива. Фото полностью соответствует. Опять журналист. Ну что это такое? Опа, имя не соответствует в паспорте. И срок действия не соответствует. О, мне так надо поторопиться. Потому что если день закончится, меня уволят. А мы в минусе. Так, досмотр... Стоп, мы все отметили? Правила въезда. Свалил отсюда. Следующий, следующий. Давай, 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 быстрее, быстрее, пожалуйста. Куда поехал? Вы должны остановить его. Быстро! Это наш шанс реабилитироваться! Погнали! Я скоростная чудо-машина, сейчас его догонят. Вон он! Смотрите, он даже не торопится. Он думает, что он уже проехал, что все в порядке. Так, чувак там в кювет уехал. Блин! Хоть он и удирает от меня, но он соблюдает скоростной режим нашего государства, поэтому... Это достойно похвалы. Ну и я, видимо, соблюдаю его тоже. Долго мы за ним будем гоняться так? Чуть-чуть подрезаем, сокращаем. Черт. О, у Влада магазин. Проезжаем, успел поздороваться с ним. Давай, давай, давай. Так. Коснулись его попки. Вот так. Стоять. Нет.
Вот, хорошо. Не дать проехать. Все, погоня успешно завершена. Арестуйте его. Ты подохнешь. Точнее, нет, ты не подохнешь, ты сядешь надолго. Извини, пожалуйста. О, смотрите, держится за голову. Во-первых, у тебя стекло разбито. Я должен буду это вписать. Слушай, ну давай, что ли, арестуем тебя. Почему? Ты охренел, почему? Вернитесь к работе. Слушайте, мне за него даже денег не дадут. Только времени просрал. И нам еще дают время, чтобы вернуться к работе. Мне это нравится. Вместо того, чтобы просто взять и нанять больше пограничников, они все на одного человека спихивают. И платят копейки. Они ничего не платят, я сам зарабатываю. Стоит ли винить меня, что я немножечко прибегнул к взятке? Ведь я был просто вот в безвыходном положении. Как нам? Куда ехать-то? Налево. Ну, блин, что-то сегодня все не так идет. Товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьмете за это? Награду 400 баксов, конечно, возьмусь. Один из заключенных только что выбрался из трудового лагеря. Думал, он неприступный. И бежал на угнанной машине. Можете помочь нам его схватить? Итак, проверьте карту, найдите автомобиль беглеца. Остановите беглеца любыми средствами. Любыми средствами, мне это нравится. Погнали. А, у нас 5 минут есть всего лишь. Чел, вон он. А я думал, нам нужно будет прям самим ездить и искать его. Окей, мы уже совсем близко, выключаем сирену. Он слева. Сейчас мы его увидим. Он нас засек, тварь. О, опять к магазину Влада проезжаем. Привет, Влад. Твою мать. Пассажир, водитель умер. Минус 200 долларов. Это вынужденная жертва, чтобы поймать преступника. Долго я буду, кстати, его еще ловить? Я, видимо, ловлю всю шайку Скуби-Ду. Потому что это странно, что они всегда оказываются там, где случается преступление. Вот так. Ну все, все, все. Все, я тебя поймал. Классно, кстати, его прижали, да? Привет, как ты? Так, ты арестован, ублюдыш. Нет, там. Нет. Ладно, плюс 4. Кто? Ты меня пнул. Погоди, а ты кто такой? Я забыл чувака выгрузить. Ладно, у нас 4 минуты. К сожалению, мы пока не можем их сдать в трудовой лагерь, поэтому покатайтесь со мной. Хотя, если так подумать, мы очень близко к трудовому лагерю. Когда я заезжаю в этот трудовой лагерь и вижу этот карьер, я всегда вспоминаю мага и ползуна. Примите, пожалуйста, двух беглецов. Опа, 200... Погодите. А, ну да, мы же вышли из минуса. Все, нас не уволят. Это самое важное сейчас. И даже немножко подзаработали. Здорово, замечательно. Так, я вот что подумал. В конце дня еще делают вычет. Ой, мы можем уйти в минус снова, и нас тогда точно уволят. Возвращаемся обратно. Надо работать. Быстрее. О, нет, шлагбаум сломали. Хотя, наконец-таки. Он мне мешал в самом начале видео. А, проезжайте. Кто там следующий? Стой. Все на месте, все хорошо, у тебя фары не разбиты, нет? Все в порядке, здоровье как? Хорошо? Умница. Состояние машины идеальное. Документы давай. Имя соответствует. Паспорт не соответствует, ну все, хана тебе. Все там, мойщие средства и багаж. Выгружай, все это выгружай. Багаж нигде не помечен, все с ним в порядке. Давайте там просто запишем его. Мойщие средства 6, а тут написано 4. Погодите, может еще здесь? А, вот еще. Ладно, все в порядке. Так, загружай обратно. Я очень тороплюсь, я не хочу, чтобы меня уволили, понимаешь? Опись груза, все в порядке. Кстати, а откуда ты? Аль-Барак, с этого можно. Но мы, короче, ты не поедешь, понятно? Ты не поедешь, you shall not pass. Следующий. Ой, сейчас врежется. Фух, у нас есть возраст водителя 38. А в основе на отказ. Почему 70 всего дали? Почему дали, блин, всего 70? Хорошо, не идеально. Может быть, что-то вот здесь вот я не указал, наверное. Ладно, окей. Теперь Джонас Вольк. О, фото не соответствует. Имя не соответствует. Из Акаристана. Слушай, ты, кажется, контрабандист, я уже чувствую. Фары в порядке. Шины в порядке. Зеркала, окей. И окна целые. Никакого груза нет. Все отметили, все хорошо, все правильно. Да. Езжай отсюда. Следующий. Быстро открывай. 130 дали за него. Идеально. Досмотр. А, вот здесь было прям вообще идеально. Ладно, видимо, я там что-то не доглядел. Габриэль. Опять журналист. Чё журналисты сюда прут? Все соответствует, кроме журналиста. Ничего с собой не везет. На первый взгляд. Не забываем, что мы должны отметить правила въезда. И так, вот с этим проблем, кажется, никаких нету. Стоп, а разве тут не было каких-то несоответствий? Срок действия 17 августа. Да, вот здесь несоответствие. Почему это нигде не вписалось? Срок действия надо вписать. Въезд запрещен. Давайте проверим насчет срока действия. Не знаю, не уверен. Я уложил. Ложился так, что еще светло, нифига себе. Обоснованный отказ, не идеальный. Лучше идите отдыхать, завтра у нас много дел. Ой, я посплю, нормально. Ну-ка. Отчет о досмотре. Срок действия. Вот это мы неправильно, видимо, сделали. Не нужно указывать. Ладно, меня не уволят, отлично. И поспим сегодня подольше. И мы в плюсе. 464 доллара. Я еще убил, по-моему, сегодня человека, пока преследовал. Но главное, меня не уволили. А значит, продолжаем бдить, блюстить и контролировать. Охранять, граничить. Ограничивать. И пограничить, конечно же. И все это мы будем делать дальше в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. И если так, поставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете обо мне. Всю правду, пожалуйста. Вот просто ничего не скрывайте. Я выдержу это. Глядя мне в глаза, прям говори, вот мои глаза, вот все, что ты обо мне думаешь. Я-то могу сказать тебе все прямо. Я тебя очень люблю. Обожаю, целую, обнимаю. С вами был Юджин, и всем пять!